Михалыч, прием, прием! Впереди огромный песочный ком! Будь осторожен! А как вам такой сюрприз? Объедем! Петрович, впереди камни! Ой! И сколько я еще буду сидеть за решеткой? Охрана! Охрана! Я домой хочу! Отпустите меня! Нет, дружок. Как делать плохие поступки, ты смелый. А как понести наказание, так сразу отпустите. Михалыч, не обращай внимания. Они все время хотят на свободу. Ты мне лучше скажи, ты что на обед сегодня взял? Пицца, Петрович, пицца! Пойдем скорее угощу. Моя жена вкусно готовит. Куда это они все ушли? Обедать пошли? Странно, когда чинили решетку, они забыли убрать топор, а я им воспользуюсь. Ха-ха, я на свободе, ловко я открыл решетку. И мой мотоцикл еще тут стоит. Хороший денек сегодня, Петрович. Моя жена не всегда пиццу готовит. Обычно я ем котлетки да сало. Ну, Михалыч, котлетки я еще бы поел, а вот сало никогда. Кстати, передай жене, пицца очень вкусная. До новых встреч, полицейские. Приятного аппетита. Петрович, Петрович, преступник сбежал из нашего полицейского участка. Как же так получилось? Михалыч, некогда проводить расследование. Его нужно срочно остановить. По машинам! Свобода! Люблю свободу! Михалыч, прием, прием! Кажется, я его вижу! Слышу, слышу, Петрович. Сейчас будет подкрепление. Нарушитель на синем мотоцикле. Немедленно остановитесь. Ничего себе, полиция на хвосте. А как вам такой трюк? Оле, оп! Михалыч, будь осторожен, здесь ловушка! Принято, Петрович, проеду, оле, оп! Ну, Михалыч, ну ты и каскадер, еду на помощь, не отставай от преступника! Эй, Пашка, теперь у нас будет самая огромная песочница во всем городе. Эх, Мишка, хоть бы получилось, нам бы еще дотянуть этот огромный комок с песком. Что? Что это на дороге? Объедем. Михалыч, прием, прием! Впереди огромный песочный ком! Будь осторожен! Михалыч, огромного кома почти уже нет. Вижу, я почти проехал! А как вам такой сюрприз? Объедем! Петрович, впереди камни!
живой! Петрович, прием, прием! Теперь вся надежда только на тебя. Я вне игры. Вот и хорошо. Одним стало меньше. Остановись, воришка! Меня никому не остановить. Что? Что это впереди за песок? Меня заносит! Попался нарушитель! Не зря ребята делали эту песочницу! От нас, полицейских, убежать не получится! Вы арестованы! Ну вот, и мотоцикл тебе твой не помог. Лучше бы ты не сбегал из тюрьмы, а за хорошее поведение мы бы и сами отпустили тебя побыстрее. Эх, теперь я точно все понял. Лучше не обманывать. На этот раз я буду послушным, и больше такого не повторится.